Всем привет, меня зовут Сергей. Мы продолжаем с вами изучать красаут, и темой сегодняшнего видоса становится мандрагора на высоких очках мощи с ускоренной перезарядкой. После того, как движкам поменяли перки, ускорять перезарядку мандрагоры стало, в общем-то, нечем. Но недавно приехала новая кабина «Мертвец». При двух установленных орудиях у нас перезарядка ускоряется на 15%. А еще на этом крафте обе мандрагоры стоят улучшенные. Но я молодец, улучшенный крафт не пересохранил. Сейчас покажу. Вот, у меня есть две мандрагоры с совершенно одинаковыми бафами. Прочность плюс 10%, время перезарядки минус 9%, а отдача минус 20%. Бафами, да. Душа РПГшника она такая. В пулемет, конечно, мандрагоры это не превратилось. Но так играть наверняка уже будет хоть немного, да поинтереснее, чем раньше. И перезарядка пошла. Уже половина готова. Сейчас можно будет начинать заряжать второй залп. А вот и он, собственно говоря, снова отстрел. Поехали в бой, посмотрим, как себя проявит такая машина в рандоме. Это вам. В смысле нет? Ладно, сейчас будет дубль 2, я уже готов. Так, совсем другое дело. Уже повеселее. Сейчас вон туда еще закинем. В основном сжигаю дронов, я понял. О, как хорошо сочненько зашло-то, а! Какая красота. Так, давай это сюда. Дергает мне, я стою немножко на склоне, поэтому от отдачи прицел уводит влево. Так, спокуха. Сейчас синхронный зал попробуем дать. Чудненько, зажатым альтом пошло. И прям по кумполу, красота! Так, Сандра поехала и просто додавила того клиента. Сейчас он визер здесь вылезет. Или не вылезет, он там на углу остался. Нет! Он начал вылезать и получил по кумполу. Там на самом деле два врага у нас базу захватывают. Дайте-ка я поеду лучше туда. Слышь. Поеду-ка я лучше туда и попробую этих врагов за базу стряхнуть. Я, конечно, мандрагора. И лоб в лоб, у меня там шансов будет очень мало. Сейчас лишь бы Скорпион не пропалил. Нет, не пропалил. Тихо, мандрагора, не прыгаем. А их тут сразу три. У нас союзники на самом деле увлеклись этими фрагами, им вообще пофиг там на захват, на все остальное. Молодцы, конечно. Так, этому немного допопал, еще одному немного попал. Там уже два пункта захвачено, одного я за собой стряхнул. Так, давай, прицел, давай. Держи пирожок, первый пошел. Я не поеду туда, мне на эту победу вообще пофиг. Опять же, я сижу не со своего аккаунта, сейчас играю, а с прессака. Так, союзник ворвался, я тебе помогаю. Сейчас сколько успею, столько навоюю. Сколько навоюю, столько все мое. Все трое здесь. Давай еще один залп. Джоэрн, ты не мог бы подставиться мне под удар? Не мог бы, засранец. Все, нормально, союзники подъехали. А я опять ни в кого не попал. О, прям по кумполу опять же зарядил. Джуэрн выпилен. Нормуль. Хорош. 2191 очко и МВП за первый бой. Один фраг 6 ассистов. Но опять же, это два косаря просто за счет того, что враги стояли на флаге. Когда стоишь на флаге, расстреливаешь, точнее, врагов с флага, то там всегда тебе удвоенное количество очков капает. Ой, да ладно. Даже кому-то попал вслепую. Дай-ка я лучше отсюда отойду, потому что у них там скиллотрясы. А мне даже один залп скиллотряса может сделать очень сильно больно. Так, с зажатым мальтом пальнули. Ну-ка, успеваю, не успеваю. Да ладно! Но опять же, стоял немного сейчас на склоне, от отдачи меня еще пошатало, и разброс, конечно, в итоге был конский. Так, погоди, погоди, погоди. Да давай быстрее, прицел, ты, блин, кусок слоупока. Знаете, вот это вот бесящее ощущение, когда ты начинаешь уводить прицел мандрагора, ты его уже ведешь, а он все еще стоит на месте. Потому что... О, привет. Потому что тебе не показано, где он на самом деле находится. Ко мне пришел, да? Так, попадаю, нет? Как дела, красавчик? Хорошая это того гарпуном обратно в огонь тащит. Сейчас, погоди, еще один залп будет. Давай я тебе там помогу. Да давай вперед, ты кусок прицела, господи. Как я ненавижу прицел мандрагора, это кошмар.
Но, тем не менее, попадаю. Так, ловим на щит. Хорошо. Здравствуйте. Как ваши дела? Так, 240. Я и себя продамажил, и его чуть-чуть. Держу. Держу. Хотя на самом деле нет, все равно я в основном себя дамажу. Мандрагора-то вверх далеко торчит. А у него там особо вверх ничего такого нет. Отошел уже? Отошел уже. Да, юперный балет. Так, 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 выходим. Какие активные враги в этом бою. Но мы на самом деле уже все, уже приехали. Да что ж ты туда-то пошел? Думал, еще за гору завернет. Он меня увидел, дал мне залп. Привет. Как дела, красавчик? Хорошо? Давай, стреляй в упор. Стреляй, мой хороший. Блин, ну мне, конечно, больно, но ты тоже у меня по щам получил. Все, у меня и снарядов нет. Всего 57. Его добили. Ну, 57 желтого, белый даже. Не считаю. Так, давай туда, может быть, успею хоть немного, да помогу. Там вдвоем одного союза канифолит. Слишком далеко снаряды закинул. Допустим. Ну, что это за урон? Это не урон. 1500 белого, конечно, да, здорово и весело. Ну, сколько там было? 17 или 47 желтого, или что-то около того. О, сейчас даже лучше. Дайте тараном, короче, пристану просто. Блин. И раз. Давай, давай, сейчас сюда снаряды. Ну не увози меня отсюда! Ну это как бы да, это все. Это мы приплыли. Едем в следующий бой. Глянь-ка, ты вслепую кому-то заслал. Походу дело вот этим попало. Там сильно за флаг зашло. А вот сейчас они уже на флаге, и на этом флаге есть мост. Что меня печалит. И печет. Да, на городской карте на Мандрагоре воевать, конечно, охрененное веселье. Дай-ка я попробую вообще. Сделаю финт ушами, сейчас пойду налево в стене. Не надо меня подгонять, я и сам могу. Вот здесь тусит кто-то, но этот кто-то, по ходу дела, меня либо видит, либо это Бакалет. А, это Бакалет. Блин, Бакалет, который еще и под мостом. Ах ты же жопа, ты хитрая. Это тоже и лозит постоянно. Где все спокойные враги, которые просто сидят на одном месте и никуда не едут? Это было бы идеально, вон там нагастик какой-то. Так, нагастику попал. Причем хорошо попал. Полегче, испеп! Блин, надо вперед ехать. Нормально живем. Да ладно, это все. Окей. Испепелители там в патьке, по ходу дела, действуют. Следующий зашвыр канистра может быть для меня фатальным. Пепелителя, реально, на тебя нападает бот, а ты гасишь мандрагору. У тебя все в порядке? Вот! Вот, потому что надо было отбиваться от по-настоящему опасной цели. А не от какой-то кукуйки, которая просто попердеть приехала. Эмили, может ты вниз едешь? Сейчас я ее спущу оттуда. 150, 170, и все. Больше она и не нагорела. Так, еще один залп, давай туда же. Взяла, отъехала такая паскуда. Эмили, ты что за жопа, а? А что там происходит? Там синий с красным... А, там все еще нагастик живой. Я понял, задача для меня, поехали. Прям по комполу ему на 2 косаря белого, 200 желтого. Нагастик. Так, нагастик, сюда идешь, да? Держи. Ага, хрен-то там, он сюда идет. Блин, понастроили тут мостов. Я понимаю, людям на работу надо, на поездах там катаются все дела, но... Как же это бесит мандрагору. Так, еще немножко попал. Отходим. Попробую прямо с захвата ему напуливать. Попробовал. Снарядов-то ноль. Нажал такую на гашетку. Так, погоди, давай его отсюда отверну просто. Молодой человек!
А ну, человек. Блин, зараза. Я пытаюсь на себя снаряд его принять. Ладно, дай попробую суициднуть. Ну и? Он уже горит. Если наш попадет ему в кабину, то все может быть хорошо. Ясно, не попадет. 939 очков и третье место по команде. Дайте-ка я добавлю сюда боеукладку. Первый залп. Причем в скопление. И 51.33 этого белого. Да, давай еще разок. Вот так отпускаем. Да, там на самом деле много снарядов. Просто крыша уходит. Убивается, руинится. Дай-ка я слева попробую зайти. Да ладно, 50 урона, и за эти 50 урона я кого-то убил. Потрясающе. Осталась только Сара, которая тоже с Мандрагорой. Глянь-ка, ты как хорошо зашло вслепую. Сама-то здесь занята. Здесь занята, дура, уходи. Дошло, смотри-ка ты. Так, еще вслепую зашло. Причем хорошо, так вот только пора мне, наверное, отсюда отойти, потому что... приедет какой-нибудь милик и организует операцию возмездия. Вот это будет поворот. Смотри, Мандрагора почти прямострельная катается рядом со мной. Неплохо, неплохо. Полегче, пирожок. Как там на воде наших мочат. Хорош, какая туша ходит. Ты серьезно? Он оттуда убежал. Так, ладно, я тоже отбегаю назад. Еще нормально зарядил по кумполу на 1757. Не трогай мою мандру, ты! Козявка! На-на-на-на-на! Он назад пятился, на этой был расчет, на самом деле, я ему чуть назад закинул. 600. Погоди. Отстань от меня. Хорошего мандра почти прямой наводкой заливает. Надо будет тоже потом попробовать такой билд. Интереса ради. Да вы упарили нахрен! Все, это мой последний залп. Попадет в кого-нибудь, нет? Да, даже попал, смотри, немножко возмездия после смерти. И 1133 очка за это поражение. Третье место по команде. Да, счет у нас такой хороший, прямо сочный, жирный был первый бой. Но, что называется, повезло. И враги удачно в кучку стояли. Вообще прямо все звезды сложились. И какое страдание началось дальше. Давай, ладно, еще один разок скатаем. Но вообще меня очень сильно заинтриговал крафт, который мы с вами только что наблюдали. Бокострел мандрагорный. Я думаю, в ближайшем будущем мы с вами на такой машине тоже покатаемся. И если у вас есть желание посмотреть на эту кабину с одной мандрагорой, то тоже дайте знать, пожалуйста, в комментах. Не знаю, с одной мандрагорой мы на более низких хомах, получается, будем. Да, мандра, проезжай. Не хочешь? Ну смотри, как хочешь. И цели там будут маленькие, юркие, быстрые. Здесь хотя бы жиробасы иногда ползают. Кстати, как ни странно, меня пока что за все бои не сожрал ни один милик. Что с миликами? Где они? А, ну вон, кстати, один милик как раз. Так, а там меня автопушки щемит. Отойдем. 50, 80, вот. Как ты не целься? Даже урони ты весь ворох снаряда прямо на голову врагу. Все равно дальше все решит рандом. Как бы ловко и мастерски ты этим прицелом не управлял. Я мог бы попасть ему сейчас снарядом мандрагоры точно в кабину, в бочку, там еще куда-то. Но нет. Они попали по нему, но ничего особо существенного прям не задели. Вот и все. Вот и все. А сейчас он, походу, дела еще и за мной приедет. Я спрашивал, где милики. Вот милики. Вот, да, вот милики. Спрашивал, где они. Вот они. Вот они хорошие. Мандрагора, тебе бы на самом деле отсюда уходить. Мне бы тоже. О, полегче. Да, легли снаряды, так легли. Тихо, не надо, не трогай мою мандру. Попался? Попался. Не попался. Мне кранты. Ну, что я могу сказать? Пока мы тут медленно и вальяжно курсируем куда-нибудь к флагу. Тихо. О, почти увернулся, глянь-ка ты. Меня догоняют, и я понимаю, что у нас полкоманды уже сдохла, и дело близится к очередному поражению.
Я слышу. Какие настойчивые молодые люди. Нифига не комфортно, на самом деле, так играть, вот сразу могу сказать. Опять же, мне, по крайней мере, хотя мандрагоры интересное оружие, иногда взять его для разнообразия просто в руки покатать, есть в этом своеобразный кайф. Но... О, тихо, стой. Но это так, покатать, покайфовать, а не для того, чтобы взять и поехать всех нагнуть. Туда пойдешь? Давай, заходи. Слишком мало еще сопровождения взял, да, это уже был мой косяк. Но он все равно подставился даже под пару плюх на 1200. Ой, а здесь какие хороводы. Это что вообще такое? Откуда ракета? А, вижу, я пошел, до свидания. А где милик, который меня так сильно гонял? Я по нему уже скучать начинаю. Вон тоже какая туша приехала. Да прицел давай выверни. И с зажатым мальтом отстрел был. Да. А вот и милик. Смотри, милик здесь. Арбалеты здесь. Скорпионы здесь. Все здесь. Какая красота. Блин. Один такой несчастный плюх. Я думал, за счет отдачи обратно на холм заберусь. Ну ладно, не заберусь, так не заберусь. И сколько у нас? 1528, это с учетом бодрости. Короче, тяжко. Я посмотрел комментарии под прошлым видосом по мандрагоре, опять же, и как много людей писало про то, что в мандрагоре бы нормально управляемый прицел. Вот, да, ребята, прям да, как я с вами согласен. Есть, опять же, такие люди, которые хорошо приловчились к этому прицелу и никакого совершенно дискомфорта уже не чувствуют. Точно так же, как и Иглобрюхи, точно так же, как и Йонван. У этого оружия и у многих других пушек есть свои джедаи, которые уже давно привыкли, и им на пофиг совершенно на все, все условности, все прочее. Они привыкли, им нормально, они играют. С одной мандрагорой можно, в принципе, сделать машину с инвизом. 25% у нас перезарядки будет от этой кабины. Давай, допустим, сделаем так и посмотрим на скорость перезарядки с одной мандрагорой, с одной улучшенной на перезарядку еще мандрагорой. И, кстати, раз я оторвал мандрагору, я же могу поставить маховик. Дубль 2. Ну, так уже повеселее дело пошло. Снарядами заливать можно будет прям вообще хорошо. Дома будут намного меньше, враги тоже будут намного меньше. И враги будут намного более быстрыми. Можно, в принципе, попробовать с капканом. Короче, ладно, я еще подумаю на эту тему и на тему косострела мандрагорного. И все то, что вы думаете на эту тему, тоже, ребята, прошу комменты. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.